исцелил меня от аллергии. У меня 14 лет была очень сильная экзема, диатез, и все тело было покрыто корками. Ничто не могло помочь, никакая медицина, ни традиционная, ни научная, никакие бабки-повитухи. Но как только мы пришли в церковь и за меня помолились, это все просто в один день сошло, и теперь я могу есть, что хочу. Те люди, которые болеют аллергией, они знают, какое это мучение. Я могу дышать любыми цветами, нюхать все, что я хочу, и никаких проблем. Я полностью исцелена. Слава Богу. Бог, во-первых, меня освободил от пьянства, от курева. Я долгое время пребывала в этом. Мои подруги, с которыми я общалась, они все давно уже на том свете, можно сказать. А я радуюсь, прославляю Бога. Он мне вернул честь, достоинство, репутацию. В этой жизни мы приходим к Господу, разница у нас в возрасте очень большая, и мы для Господа дети. Естественно, те, кто помоложе, они когда приходят, видят, тут мужик седой что-то заливает, им слушать, ну, иногда легче. Тем, кто возрастом, как я, сидят и думают, ну да, да, я это знаю, я это понимаю. Ребята, это естественно, даже если вы скажете, это не так, я вам не поверю. Потому что если бы было бы иначе, я думаю, у вас бы жизни менялись. Но очень трудно порой принимать наставления. Почему это происходит? Очень трудно принимать наставления, может быть, это связано, отчасти того, что кто-то из вас, когда учился в школе, не все это любили делать, учебу в школе, и, многие очень негативно относились к учителям, преподавателям, и вот это все, оно переходит в нашей жизни. Это обычные наши исповедания, это мы, многие связаны своими устами, вот эта нелюбовь к учебе, нелюбовь к наставничеству, она выползает у нас потом в жизни. Поэтому, если когда-то из вас кто-то много говорил негативного о своих учителях, преподавателях, вам просто нужно, покаяться. Это номер один. Потому что здесь то же самое будет продолжаться. Вам очень трудно будет учиться. И я вижу, что много лет проповедуя, я понимаю, что многие приходят, вам очень трудно заниматься наставлением. Знаете, когда наставление, это сидеть, писать, исследовать, выписывать все. Многим очень трудно. Мы не привыкли учиться. Нам это очень трудно. Нам очень трудно. Я говорю, это прошлое. Может быть, родители много наставлений давали. У нас, как обычно, родители мораль, нотации читают. Этих исповеданий больше, чем надо. Хотя Писание, немножко учит нас иначе, что Писание учит нас, что мудрый сын, он слушает наставления отца. Я, в принципе, ничего не слушал. Это моя проблема была, пятая заповедь. И мне потом пришлось все это исповедовать, каяться. Естественно, что поймите, с этим запасом, когда вы приходите, у многих, отношения с отцами были очень плохие. Я здесь уже как духовный отец для вас. То же самое будет продолжаться. То же самое, потому что где-то что-то было посеяно в жизни. Оно посеяно, сеяние жатва работает, оно выходит в нашей жизни и часто, к сожалению, боком. Мы очень не любим наставления. Это единицы. Единицы, кто любит наставления, это приходит, может быть, с годами, когда у тебя есть стремление, когда есть желание. Я, допустим, очень люблю наставления.
Потому что притчи 13.3 написано: «Мудрый сын слушает наставления отцов». Я люблю слушать наставления, ну, правда, это уже сложно стало, наставления мужей веры, их очень мало, и не всегда эта возможность у меня есть с ними встречаться. Но Писание говорит: «Дай наставление мудрому, он будет еще мудрее». Я могу зато читать. Благо, можно приобретать книги везде, часто летаю, много читаю. Мне это нравится — читать успешных людей. Я не просто читаю, записываю, выписываю в самолетах, машинах, где бы я ни был. Мне это нравится. Мне нравится, потому что я понимаю, силу наставления – это очень громадное. Мне интересно с теми, кто добился больше, мне интересно с теми, кто больше победил, кто больше что-то совершил для Господа. Мне это всегда приятно, потому что я понимаю, эти люди имеют то, что у меня нету. И поэтому я с удовольствием учусь. Для меня это как благословение. Я уважал и уважаю наставников, которые трудятся больше меня, больше меня. И понимаю, что, ну, как бы вот в свое время, когда я пришел к Господу, там, 80-е годы были, веры во мне мало было, естественно, какие-то, помню, брошюрки Кеннета Хейгена попались мне, и там он простым вещам учил из притч, что прислушайся к моим словам, к речам, будь внимателен, да не скользнут они от тебя, сохрани их в глубине сердца. Ибо они станут жизнью для того, кто обрел их, и будут для плоти целительны. И вот в то время я, сколько там было, мне там лет 30, я больной был. И я не понимал этого. И я отвергал, потому что по обычаю своей жизни, как я раньше отвергал там многих учителей, наставников, я отвергал, и я не понимал, что муж веры пишет из опыта своей жизни. И я вот такой раздолбленный, без успеха, без плода, без побед, я отвергал того, у кого их много было. Вот так гордость работает. Поэтому вы далеко не лучше меня, вы приходите сюда, и очень трудно, ребят, учиться. Очень трудно, если ты когда-то не любил. Ну, многие как, учились там в школе, в институты, зубрили, писали, записывали. Но это тоже не то, надо вникать. Надо вникать в себя и в учение. Надо разбираться: Господь, почему? Почему, ну как вот, что такое, ну, наставление? Оно имеет силу для тех, кто действительно его принимает. Слушайте наставления отца, внимайте, набирайтесь ума. Я ведь учу вас к добру. Не пренебрегайте наказом моим. Это, ну, слог притчи. Притчи. Но мы невнимательны. Вот самое, ну, кто хочет быть мудрым, успешным, пожалуйста, книга притчи читайте. Самый богатый, самый процветающий, самый мудрый царь написал. Ну и что, мы раз прочитали, мы что, думаете, поняли, о чем он говорил? Нет, потому что в сердце у нас этого нету. В сердце у нас другое. И мы таким образом отвергаем то, что Бог дал. То, что Бог дал для тебя, для меня во всей полноте. Ну как вот я говорю, что мы не любим наставления, мы не принимаем их так, как должно, всем своим сердцем. Если мы читаем Слово Божие, ну вот я вам прочитаю про наставление еще, ну, мне тоже нравится, Псалом 49, смотрите. «Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста свои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеем сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь, говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь, ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты, изоблючу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Вот то, что я видел, это было в моей жизни, это происходит со многими. То слово, которое мы читаем, то слово, которое мы слышим, мы часто что делаем? Ненавидим это наставление. Мы бросаем за хребет, то есть за спину, выкидываем как ненужное, как ненужное. И вот Господь говорит, что мы дальше делаем? Видим вора, сходишься с ним. Но, в принципе, вор, я объясняю, что такое вор, это
Тот, кто ворует чужое, потом второе, тот, кто ворует еще и Божье. То есть, в принципе, по Писанию Бог говорит, кто десятины приношения не дает, воры. Ну, вы можете святыми себя ворами назвать как угодно, но вы воры. И вот мне Бог говорит, Вася, с ворами не сообщайся. Иначе он изобличит меня. Иначе я буду терять. Поэтому я стараюсь с такими не сообщаться. Это Слово Божие, ребят. Любите вы наставление или нет? Вопрос. А? А? Да. А? Все, понимаете, вот так Слово работает. Дальше, что я читаю? Читаю. Уста свои открываешь на злословие. Злословие – это говорить против других. А как с этим у нас? Когда мы осуждаем, когда мы клевещем, Бог говорит, ты, значит, ненавидишь наставление мое, твой язык сплетает коварство. Что мы говорим, о ком говорим и как? Любим мы наставление, что там Писание говорит, кто любит наставление, он будет в чести. То есть Бог будет возносить нас тогда. Я на что мог претендовать первые годы христианства? Я ненавидел наставления, я не исполнял слова, я бросал за хребет эти Божьи слова. Сидишь, говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь. И что я мог получать от Бога? Ничего. Потому что наставление ненавидел. Я просто не принимал то наставление, которое Бог говорил. Дальше он говорит, что тут с прелюбодеями сообщаешься. Ребят, я знаю, что это такое душевные связи. Мы знаем, тот в блуде, та в блуде, а мы сообщаемся все равно. Я не хочу оставлять Бога, и вам того же советую. Кто приходит в ваш дом, не приносит этого учения, не принимайте. Я не желаю общаться с теми, кто нарушает слово. Я не желаю общаться, кто сплетничает, кто осуждает. Мне такие лже-братья, лже-сестры не нужны. Это мое прошлое. Я не хочу больше туда идти. Если вы желаете, вот действительно, ребят, чтобы Бог действовал, если вы желаете, чтобы действительно Божье благословение видеть, я должен действительно эти Божьи наставления любить, я должен эти Божьи наставления ценить, чтобы действительно Бог был за меня. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил. Ну, это вот, как я говорю, для начала, что такое наставление? Кто входит в дом твой? О чем ты говоришь? Ребят, ну, Бог же, Он все это видит, знает, понимает, как мы это все ценим, дорожим ли этим. Поэтому отношение вот именно к наставлению, я вот говорю, вот каждый задумайтесь, вот кто твой наставник? Может, какой-то друг, подруга, брат, отец, мать, которые-то и Бога толком не знают, а вы просто бегаете на поводу и прогинаетесь перед этим. Вот когда-то в свое время, ну, я читал Евангелие, как и вы, и что-то мне нравилось, что-то нет, но там Иисус однажды проповедовал, и толпа, как всегда, вокруг Него, и там пришла мать, братья Его, сестры, и к Нему подходят, говорит, наставник, вот там мать твоя, братья, сестры пришли, и Он такой шикарный ответ им дал, Он сказал, мне мать, отец, брат тот, кто исполняет волю, я это давным-давно принял, мне это все равно, ребят, чем раньше вы этим займетесь, это есть слово, это жизнь. Я это принял, мне все равно, что там говорили когда-то мать, отец, если это было не по слову, что говорили мои братья, родные, мне было все равно. Я выбрал Бога. А как у вас с этим? А, ребятки, милые мои, дорогие. Мы можем запросто, я говорю, участвовать в бесплодных делах тьмы. Мы можем запросто принимать всех распутных пьяниц, сообщаться. И потом многие через это падают. Это вот слово наставление. Наставление. Ну, ценю я его или нет. Вы многие, кто-то уже, ну, как бы давно в Господе, а уже не один день. Вот я говорю, что как оно важно, наставление. Если вот Писание говорит, наставь юношу в начале пути, да, там он будет, ну, благоразумный тогда. Меня они научали в начале пути, и в итоге, я говорю, мои наставники, в кавычках, украли у меня много лет жизни. Много лет жизни. Я потерял из-за наставников. Еще раз говорю, с кем вы общаетесь? Кто вас наставляет? Кто? Это очень важно.
кто для вас, ну, действительно является авторитетом, что, ну, вот то, что здесь говорит Писание, если ты слушаешь наставление мое, сам ненавидишь. Конечно, о каком успехе, о каких благословениях можно тогда рассуждать? Я просто учу вас, ребят, есть то, что Бог дал, это жизнь и жизнь с избытком. И это все неизменно. Но мы часто эти Божьи наставления бросаем за хребет. Мне удивительно, ну как бы, многие, ну как бы общаются, знатоки Писания, ну вот, я понимаю, что есть слово такое «развод», «Бог ненавидит». Это все помнят, верующие, совсем верующие. Но тут же Бог ненавидит и другое. И там в Писании написано, в притче 16 главе, что Он учит нас, что, ну как вот 6, даже 7 там, что ненавидит Господь. И вот там перечисляет глаза гордые там, которые ему не нравятся, заносчивый взгляд, лживый язык, сердце, замышляющее злодейство, ноги, спешно бегущие ко злу, лжесвидетель, наговаривающий ложь, кто сеет раздор между братьями. Это все так же ненавидит Бог. Я очень ненавижу, когда вот ко мне приходят, начинают против других говорить. Мне вообще это неинтересно. Потому что я знаю, это ненавидит Бог. Где кто что сделал, совершил, мне это неинтересно. Потому что, может, он и совершил, он покаялся, а я зубоскалю. Великое приобретение получать осуждение от Бога. Вот мы живем так, поймите, мы это наставление, которое Бог дал, часто бросаем за хребет. Мы часто его не ценим, мы часто им не дорожим. Я говорю, хотите, если жить по-божьему, а от многих друзей избавляйтесь, чем раньше, тем лучше. От этих лженаставников, с которыми вы, может быть, часы, годы впустую провели, избавляйтесь, иначе вы просто лишитесь Божьей жизни. Я просто говорю, вот где вы общаетесь, с кем общаетесь? А? Я понимаю, что многие возраст, это душевно, а что обо мне подумают, то что скажут? А мне главное, что скажет Бог. Вот у кого есть такие идеи, что скажет Бог? Вот когда это есть, ребята, это есть путь веры. Он потом сам будет примирять и с родными, и близкими. Но иногда надо сказать «нет». Я сын Божий, я дочь Божья. Какая разница? Мама, папа, муж, жена, сын, дочь. Сказать «да» Господу, Его Слову, чтобы действительно не бросать Слово Божие за хребет. Чтобы ценить это наставление. Читаю еще вам послание евреям, 4 глава. «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной от Него, все обнажено открыто перед Его очами, Ему дадим отчет». Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, нам нужна благодать на сегодняшний день, но мы, Бог ждет исполнения слова. Бог ждет, чтобы мы это наставление, которое слышим, читаем, мы стали дорожить им. И вот это Слово Божие, я, ну, раньше я не понимал, сейчас то, что понимаю, объясняю, оно живодейственно. Оно как меч, вот слово, которое ты читаешь, которым можешь восторгаться, оно как меч, оно входит в тебя, оно разделяет дух, душу, составы твои, мозги, намерения и помыслы твои. Намерение, что ты намеревался сделать, и помыслы твои, о чем ты помышляешь. И вот это живое слово, оно начинает судить меня. Каждый день так происходит. У меня было много намерений, Божьих, но я их не исполнял. Ну просто, Господь, прости меня, прости. У меня было много сердечных помыслов, которые совершенно далеки были от Бога. Мне приходилось только говорить «прости, омой своей святой кровью». А как у вас, ребятки? Вы что думаете, Бог изменился? Я могу сказать вам, что если, ну, начнете прилагать усилия, старания, Бог быстро придет. Бог быстро придет, Он придет в нашу жизнь, Он начнет ее менять,
чтобы действительно то, что Он приготовил для тебя, стало твоим, чтобы изменять тебя. Но когда мы вот этим живем, это слово бросаем за хребет, ну, я говорил и говорю, религия – это самое противное занятие на земле. И религиозные люди – самые гадостные люди. Это те, кто берет слово и выбрасывает за хребет, не чтит, не почитает никаким образом. Ну, я еще пообъясняю вам, что это и как работает. Вот мои мысли и твои. Если Бог говорит, ну, мне, и так, Вася, помышляй о том, что истина. Ну, там дальше. Добродетель, похвала, достопочтенно, достославно. То есть, выкинь всякий мусор из башки своей. Не бросай мое слово за хребет. Но я многие годы бросал за хребет. И что я мог от Бога тогда получить? Отвечу, ничего. Пока я не стал ценить это слово, пока я не стал уважать это слово, я же понимаю, что я сею, а я пожинать буду. Бог говорит, намерения и помышления сердечные. Мне это, естественно, не нравилось, потому что я думал обо всем, ого-го. Но это Божье слово. Если ты хочешь жизни, если ты хочешь благословений, выкинь всю ложь, выкинь. Ну, ребят, я уже учил, еще раз говорю, вот каждый из нас, вот на сегодня ты тот, кем хотел быть. Оно не нравится многим. Хотел быть больным – загинаешься. Хотел быть в нищете – оно с тобою во всех твоих карманах. Хотел жить в бесславии – оно с тобой будет. Это твой выбор намерений, помышлений сердечных. Это то, что ты выбирал перед этим, вчерашний день. Сегодня ты пожинаешь. Сегодня пожинаешь. Это то, что Слово Божие бросал за хребет. Я много лет служу, это десятки тысяч людей насмотрелся, как многие пожинают, когда это Божие Слово, как меч, приходит и начинает судить. И намерения, и помышления. Все наши эти обещания, все наши эти намерения, которые звучали перед Богом, а Божье Слово приходит, хорошо, вот мой суд. Это на что ты сегодня претендуешь? Вот как, ребят, вы взрослые люди, что вы ожидаете от Бога пожать сегодня? Учитывая вчерашний день, намерения и ваши помыслы. А? Кого ждет светлое будущее? Есть. А остальные чего ждем? Поймите, Бог дал эту жизнь, чтобы мы наслаждались. Но вот ответ за свои мысли, это ты должен отвечать за свои мысли. Что там у тебя в голове крутится, вертится? Каждый из вас может все это остановить. Каждый из вас может это вполне реально исполнить, если Господь сказал, помышляй. Вот Он говорит, помышления плотские – смерть. Естественно, я если помышлял об обидах, это смерть для моего храма, я его разрушал. Но это было многие годы. Я помышлял об отверженности, никто не любит, не дорожит, не ценит. Я разваливал свой храм. Чувство стыда, вины, я разрушал свой храм, и он разрушался. Это же Писание. Я выбирал сам. Я выбирал сам это слово, и я разваливал свой храм, пока мне это не надоело. Вы здесь еще? Больные, немощные. А? Мысли, ребятки. Если вы думаете о болезнях, в соответствии с Писанием, что будет? От них изогнетесь. Как, если кто из вас болен, есть такие сегодня? Да хотел помолиться. Ой, все здоровые. Ну, врут, как обычно, а? Вот всякий человек лжив. Вот когда болезнь, ребята, помышляйте. Помышляйте о том, что Бог сделал. Помышляйте о претерпевшем над собой поругание. Смотрите на крест всегда. Там победа. Там победа. Там победа, там Бог сделал. Не воспевайте болезни, не хвастайтесь друг перед другом, сколько вы бедные, немощные, страдаете, изнемогаете, загинаетесь, перегинаетесь. Сколько вы на колеса тратите, не хвастайтесь этим.
А хваляющийся хвались тем, что знает Бога, который на кресте понес немощи и болезни. Ребята, все, что мы вчера сеяли, оно сегодня приходит. Что вчера было, оно сегодня изливается. Но это принцип Писания, который мы должны с вами понять. Помышления плотские, суть, смерть. Если ты помышляешь о болезни, они будут убивать тебя. Если ты помышляешь о страхе, он будет разваливать тебя. Если ты помышляешь о нищете, скудости, заботишься об этом, оно тебя и убьет. Но это принцип Божий, который он нам дал. Объясняю как. Вот мы, ну многие здесь не один год, мы идем за Богом. Что происходит? Божье Слово, оно должно, ну, как бы возрастать в нас. Но если оно не возрастает, там есть какая-то смерть. Там яд бесовской. То есть дьявол посеял свой яд. Ну, вот что это происходит? Мы идем за Богом, у нас нет благословения. Значит, в моих мыслях яд бесовской. Что-то дьявол насеял. Я иду за Богом не один год, и я болен, немощен. Значит, у меня яд. Что-то там дьявол насеял. Это не должно быть. Ребята, потому что на кресте Иисус понес все немощи и болезни. Он страдал, Он перенес все там страдания, испытания, стыд, позор, знает, как помочь нуждающимся. Знает. Но если мы наставление бросаем за хребет, мы ничего не имеем. Для меня очень важно то, чтобы научились все-таки в прошлое не улетать, похоронить все это прошлое, чтобы сегодня искать, чтобы завтрашний день стремиться к достоинству сыновей и дочерей Божьих, чтобы принять то достоинство, которое Он дал, сила, богатство, премудрость, крепость, честь, слава, благословение – это то, что Бог дал. Это то, что, к чему я должен стремиться. Я не смогу тащить за собой каждый день все боли прошлого и иметь успех в Боге. Это выбор, надо что-то сделать.